Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и очень интересное видео. Так что усаживайся поудобнее, ставь лайк, и я надеюсь, нам повезет. Нахожусь на аккаунте игрока под ником Маркиз, 895 000 сил. Он находится, в свою очередь, в гильдии под названием United World. Так что, если шо, ребятушки, берем, вступаем, и у вас все будет хорошо. Вот, к Скакотику обращаемся, или к Шахскану 19, от 700 тысяч прием. Что я бы вам хотел рассказать? Во-первых, хозяин данного аккаунта полностью солидарен со мной в плане мысли о том, что сегодня просто абсолютно какие-то беспонтовые акции. Они, наверное, сделаны для топ-10 сервера со всеми этими питомцами, вот этими вот штуками и так далее. На какой пак не посмотри, все как-то через одно место. То есть вроде что-то хочется купить, а потом понимаешь, а вот нафиг мне вот эта вот фигня. Но это еще не все. Обратите внимание, да, за большой пак продают Хладного Принца. Это просто что-то с чем-то. Где хоть какая-то продуманность? Я реально не могу понять. И сегодня мне мой подписчик рассказал про то, что, смотри, если зайти в Императорскую кузницу, вот, то здесь ты получаешь, у тебя есть возможность получить Хладного Принца, да, обратите внимание сейчас на проценты, вот это вот все. Фишечка заключается в том, чтобы 100% было, тебе там надо задонить несколько паков, то есть абсолютно никакой логики и продуманности у IGG касаемо этих акций нету, по той причине, что как бы я этого Хладного Принца, короче, могу здесь за пак забрать, да, героя которого раздают бесплатно, а также я могу, грубо говоря, его за несколько паков забрать в Императорской кузнице. Где мозг, непонятно. Сегодня мы будем пытаться выбить лису на этом аккаунте. Потому что что-то там игрок психует, он там хочет, чтобы и на арене она ему помогла, и на волне. Вот последний и так далее. Так что давайте попробуем. Кстати, 895 тысяч силы. Идем сюда. Что у нас тут? Мы ищем пыль. У нас должно быть около 4000 пыли. Сначала мы распакуем только 3000 пыли. Вот, и потом будем по чуть-чуть распаковывать. Так, слушай, вообще, сколько, может быть, у него там осколков много, может быть, и не надо столько пыли. Так, Мэри. Слушай, полярного лиса 49 осколков уже есть. Давайте сначала распакуем 2000. Но в названии видео и на заглушке, будьте уверены, я напишу 4000. А, так, где это? А хотя, что я могу прямо отсюда? Вот. Ну и по факту получается, да, это единственный герой недостающий. Вот. Давай попробуем парящий остров. Заходим. 4125 пыли. 4125 пыли, а мы сейчас откроем 2000, даже 1500 попробуем. Ну, ресурсов получишь, но я не знаю, как-то вот эти донатерские акции тоже попортили. Вот, тоже ребятушки их взяли и попортили. Давай начнем с 1000, 1500. Хотя по факту, наверное, надо 2 все. Ну, давай 2, да, ну, как бы... Хотя давай, чтобы интереснее было, вот за 1500 выбьем. Просто человек хочет сэкономить эту пыль, чтобы она осталась на потом. Вот, ровно 1500 пыли. Я свое вам поднадоевшее лицо куда-нибудь вот сюда поставлю. Вот. И давайте, полетели. Так, барды. А вы лепите лайк, если хотите увидеть в скором времени видос окончания сериала про аккаунт моего брательника, потому что он там намеревается выбить барда и Мэри. Так что хотите увидеть видос побыстрее, поддерживайте лайком, поддерживайте комментарием и пишите вообще. Может быть, просто мы зажрались, может быть, для нас эти акции плохие, то, что сейчас на русском сервере. Может быть, все-таки, ну, для игроков они устраивают. Ну, по крайней мере, вот с сегодняшнего дня я записываю данное видео в конце 1 января. Ну, то есть 1 января записываю, да, уже 2 января, наверное, там будут какие-то другие акции. Так, идем сюда. Вообще почти ничего не выбили. Ёлки-палки, Uber Marginal оформил спонсорскую подписочку, за что ему огромнейшее спасибо. Добро пожаловать в нашу секту. Обратного пути вот нету. Человек вступил в нашу секту. Огромное спасибо ребятам, кто оформляет спонсорские подписки. Прям респектосик вам, друзья.
А мы продолжаем, накидываем добра. Так, накидали добра. И что нам сейчас, тоже 10 осколков только даст? Да, реально, он по 10 осколков дает. Да, что-то надо было реально 3000 открывать. Ну окей, идем дальше. Ну слушай, ну я почти 100 осколков получил, когда я открывал 1700 пыли я открывал на своем аккаунте и почти половину лисы собрал. И опять 10 осколков. О, там около 12. О, господи. Да, то есть у него сейчас по факту у игрока меньше осколков, чем на моем аккаунте. Жесть, 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 да и только, друзья. Жесть, да и только. Вообще, знаешь, что я тут справа? А давайте у нас будет разнообразие, и я буду слева. А? Как вам такое? Как тебе такое, Илон Маск, а? Это, думаю, вам как-то странно очень выглядит. Так, продолжаем набивать все это дело. Так, забираем. Могли бы уже и на почте места эти освободить. Окей. Так, заходим. 90. Да реально по 10. По 10 осколков. Это можно в принципе не заходить, потому что это жесть. То есть. Какая-то жестокая жесть. Короче, зайдем, когда уже 1500 проролим. И мне говорят, не роль быстро, так меньше падает. Давайте буду медленнее ролить по заявкам хозяина данного аккаунта. Ну. Пам-пам-пам-пам-пара-пара-пам. Пам-пам-пам-пара-пам. Так, окей. Слушай, ну, как бы добра, конечно, на склад хорошо пойдет. Хотя, опять же, количество добра, да, там плюшек, они уменьшили. Ну вот, подожди, вот сейчас давай посмотрим, сколько у нас. У нас 112 осколков, да, сейчас будем ролить медленно, посмотрим, сколько упадет. Давай, медленно ролим. То есть в среднем падает 10-12 осколков. 112 там было, да? Саня, привет, люди X. Привет, привет, людям X. Мне, помню, в комментариях, когда сам себе... кстати, подожди, у меня закончилось, да? Надо ради чистоты эксперимента. Ради чистоты эксперимента тогда продолжить. Парящий остров, перейти. Тут сотку откроем. Мне там даже реально в комментариях писали, там, не знаю, роль столько-то, потом подожди, отщекотай там что-то 13 секунд, там, знаешь, вот эти вот все штуки. Там прям целые системы расписывали, а-ля, знаешь, 5 секунд кнопку подержать, 450. Знаешь, типа 2 раза по 450, один по 150. Ну, вот типа такого. Окей. Полный склад. 112, 122. Слушай, ну что я медленно ролю? Что я быстро ролю? По 10 осколков добавляется. Вот давай сейчас еще раз буду медленно ролить. Чтобы вот там быстро, не быстро. Давай 200 откроем, да? Откроем 200 и давай буду ролить. Медленно открываю, медленно, на расслабоне, ребят. Уже, в принципе, 12 часов ночи, конечно, расслабон. На расслабоне, открываем мы мешки пыли. Ну, с таким голосом я могу в церкви петь. У-ту-ту-ту. Опа, начался следующий день. А стой, а что это я забираю?
А, ну, сейчас на колосса мой эксперимент, потому что у меня, значит, что? У меня, значит, просто эти закончились, да? Попытки, ясно. Но все равно посмотрим. 134, давай, засекаем 134. 134, сейчас я открою побольше, чтобы оно не заканчивалось. 134, давай 300 открою. 134. Даже 400. Давай, медленно, запомнили. 134, да? Лиса что-то вообще не падает. Так, два. Так, ну смотри. Было 134. Было 134, а теперь 142. То есть вместо 10 упало даже 8. Мне кажется, что это все лишние загоны по поводу того, быстро ты ролишь, медленно ты ролишь. Уже два раза одно и то же. Так, было 142. Сейчас я открыл быстро. Смотрим, 152. Сейчас вот 10 упало. Даже чуть больше. Теперь смотри. Будем ролить медленно. Будем ролить медленно. Слушай, улетает, конечно, пипец. Да, медленно ролим. Куда 152 было, да, ребятушки? Мне кажется, мы больше собираем вот с этой штуки. Ну окей. Сколько печенек. Вот это круто, конечно. 152, 162. Что ты быстро ролишь? Что ты медленно ролишь? Одно и то же. Одно и то же. В среднем падает по 10 осколков. 10 осколков за 200 пыльцы. Вот и считайте. Да, реально. Смотрим. 172. О чем я и говорю. Короче, 10 осколков, 200 этих. Так, переходим в парящий остров. Давай еще 200 открываем. Так, все. Короче, реально, по 10, ну, среднее количество осколков, 10 штук. Вот сейчас посмотрите, 10 штук. И неважно, что это, медленно, быстро буду это открывать. Абсолютно неважно. Так, 186 откроем. Ой. Да, так, 150. Так. Еще 11. Ну, 200 пыли, короче. События парящий остров. Ну, где-то 200. Слушай, ну нормально. То есть, ну еще что-то останется человеку. Ну что, собрали? Или не собрали? Друзья, собрали. Мы собрали 200-300... Фу ты, 200-300. 203 осколка. И мы получаем лису. Поздравляю игрока под ником Маркиз с получением... С получением данного героя. Так, что у нас тут с алтарем? Уже полностью заполнен, да? Да, он полностью заполнен. Тогда открывать уже не будем, но целая куча ништяков. И меня, знаете, что интересует? Ёп, 36 коробок, прикиньте. Живут же люди. Слушай, я думал, этих тут намного больше. Вот это он как бы просто с этих мешков хладного принца сейчас соберет. 70, 80. А нет, смотри, не собрал. Бред. Так, я там не достал. А, ну и у меня тоже были осколки. Я как бы недостающие просто осколки выбил. И все, что тут еще интересного может быть?
Да, в принципе, ребятушки, и ничего. Мы выбили. Короче, где-то 200... 200 пыли, 10 осколков. 10 этих осколков говноеда этого. Лиса. То есть... Ну, одна пыль что-то как-то странно открыл. Вот так вот. Стой, блин, извини, дружище. Почему? Почему так всрато получается? А, вот, все. И теперь все ровно. Вот, все ровно. Короче, Ревзи, напишите статистику в комментариях, сколько потрачено были пыли, сколько мы получили. Тем не менее, пыль еще, видишь, осталась. Пыль еще осталась. И пыли осталось, елки-палки. Ну, достаточно много. Но у него и осколки уже были, видишь, заранее. То есть пыли еще 940. Ну, вот, будет откапливать уже до того момента, пока разработчики наконец-то возьмут и не мешок эмблем восьмые. Да ладно, ребят, уже ничего не будем открывать. Мы слишком долго тусим в этом видосе. Вот. Пожелаю вам огромнейшей удачи. Видос и так уже почти 20 минут длится. Всех целую в подмышке. Вот. Маркиза поздравляю. И всем пока. Дорогая лиса, елки-палки. Чаушки, ребят. Фу.